Семилиственницах продолжаются дни бизнеса. С 13 мая в нашем городе прошло множество мероприятий. Встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе. Защита школьных проектов в рамках конкурса «Шаги в бизнес». Неформальная встреча лабытнанских бизнесменов с главой администрации. Накануне же был подведен итог конкурса детских рисунков «Я предприниматель». Члены конкурсного жюри не ожидали такого большого количества участников. Свои работы представили 38 дошколят. Маленьким лабытнанцам предложили в рисунке показать, как они видят бизнесменов нашего города. Несмотря на то, что каждую работу оценивали по нескольким критериям, жюри все же больше обращало внимание на то, чтобы рисунки были выполнены самостоятельно, без помощи родителей. Работ было представлено достаточно много, но в некоторых было участие родителей заметно, так или иначе. Я понимаю, что равнодушных родителей у нас нет, очень активны, за что мы им их благодарим, но конкурс есть конкурс, и наша задача была выбрать справедливо и, соответственно, положение. Победители получат свои призы уже завтра на торжественном приеме главы администрации города в честь празднования Дня российского предпринимательства.